Трап убрать. Есть, трап убрать. Заводить моторы. Со швартовых сниматься. Есть, со швартовых сниматься. Колпачок сменила. А то как же. Пароход прошел из Нагаева. Огонь зажгла в 17 часов. Роман Андреевич сказывал, контора такая есть. Розыск по всей стране произвести могут. Написал бы. Может, Федю найдут. Тельник одел? Одел. Сама старая, берегись. А контор-то где? В Москве. Ну вот, наш дом. Якши. Какой маленький. Мал золотник да дорог. Вот именно. Приехали. Надо быть, бухта Золотая. Ошибся, папаша. До Золотой 2 часа ходу. Не забыл. Каждую сопку знаю. Товарищ старшина, а там что? Бухта. Порт строят, золото добывают, а полный ход. А вот там чужие острова, японские. Понятная география? Очень понятная. Понятная. Сранись. Пока. Не тоскуйте. Камчатки женихов много. Ну, папаша, счастливо. Будь здоров и не кашляй. Не задерживай! До свидания. До свидания. Здрасте, товарищ старшина. Здорово, Бочкарев. Ну как там дома? Все здоровы, все в порядке. Хорошо. Ну вот, знакомься. Это к нам, ребята. А вы? На остров. Ваш пропуск. Принимай чемоданы! Буров, старикам добро. Ну как они? Отец здесь. Рот пускай! Принимай конец! 13 лет увиделись, да? Отец, Федор, Федя, сынок, батя. А здесь? Кузьмичев. Тоже парень ничего себе. 1 10 японцев задержал. Расскажите, товарищ старшина. Глухая была ночь. Ветер. Ну, японцы и пожаловали. Думали криозотом берег полить. Зачем? Котик от берега нашего отвадить. Ну, а мы и без криозота их отвадили. Чекист вернулся. Потерись, ребята. Есть. А, хорош. Без тебя с ума спятили. Лезут, днем, опять лезут. Запрыгаются. Надо будет покажем араки, где зимуют раки. Семен! Товарищ старшина! Мясорубку привез? Если б не жена, забыл. Женился? Точно. Эх, без моего совета суп заварил. Ну-ну, знакомься. Орлы Камчатского отряда. Комендор Кузьмичев. Алим Тагиров. Охременко, Ваня. Ого. Находящие. Что, японцев сегодня поймали? Обыкновенное дело. Задержали штук 1000. 1000? Всех повыбрасывали в океан. Ха, всех. Одного пожалел, с собой прихватил. Травич. А, да. Не в нашей привычке. А там самурай. А то зверь. Смирно. Товарищ старший лейтенант, старшина Матвеев возвратился из отпуска сегодня в 16:20. Со мной прибыли молодые краснофлотцы Охременко и Тагиров. К Бурову приехал сын. Больно. Как его на волжских-то хлебах, а? Товарищ. Тагиров. Охременко. Рулевой? Да, товарищ старший лейтенант. Рыбак с Черного моря. А вы? С Полтавщины. В колхозе был бригадиром. Чемпион по светле. Бывал в ваших краях. Золотые места. Сейчас там у вас яблоки, груши, арбузы. Ну, у нас, правда, арбузов пока нет. Зато другие фрукты есть. Вот сегодня, например, задержали целый консервный завод. Залезли в наши воды, ловят крабов мерзавцы и попутно промеряют дно. Оказывается, рыбаки-то из генерального штаба. А тебя здесь уважают. Ехал я старшиной. Матвею. Да. Так он тебя за отца родного считает. А этот Матвеев, по-моему, парень крепкий. Они все настоящие. Ты вот командира нашего не видел. Роман Андреевич Назаров. Золотой человек. Не смотри, что на острове, а большой награды добился. Орденом награжден. А давно они здесь поселились? Да уж 5-й год пошел. Главное, японцы успокоили. Да и хозяева хорошие, ведь огород разбили. Картошка своя, огурчики. Молодцы. А старик на тебя серчать начал. Да ну? Да. Забыл, говорит, Федька, совсем забыл. Болел долго. Ну. Я тебе писал. Не получали. Не получали. Не получали. Как похудал. Потом работы много. А ты что ж теперь начальником большим? Да вроде того. Директор, либо инженер. Техник пока. Техник. А как с охотой? Ходишь? Да. Охота у нас по-прежнему отменная. Помнишь? Как белку били. А что, тряхнем стариной? Выберем как-нибудь денек и опять в золотую. Хорошо бы. Надо будет с Романом Андреевичем поговорить. Зачем? Не надо. Лучше вдвоем. Пропуск нужен. Там теперь укрепрайон. Тебе на вахту пора. Верно. Ну. Так как же, а? Я пошел. Пошел. Об охоте и думать забудь. Японец совсем обнахалился. Ищи, и ты пропадешь. А ты все такая же. Ну да, ладно, ладно. Сормовичья отпускать не хотели. Погости да погости. Да, признаться, на Волге хорошо, а на океане лучше. Лучше, чем в Москве? Ну, то Москва. Да, совсем забыл. Петра Сухова встретил. Сухова? Ну, помню, старшина мотористов. А это такой кудрявый, который математикой увлекался? Он самый. Институт окончил. Начальник цеха автозавода Сталина. Молодец. Дальневосточная закалка. Мы с ним целый день по Москве ездили. Вот это столица. Дома выше нашего маяка. Под землей дворцы, хоть балы давай. А мосты выстроили. Линкор под мостом пройдет. Ну, линкор не пройдет. Линкор. Эсминец наверняка. Одежда срочника гений чистой красоты. Ссор бы и оставил. Весной приедет. Ты у Федора Бурова сам пропуск проверял? Да, с пропуском в порядке. Ну как он парит? Сразу не поймешь. На флаг смирно! Флаг поднять! Вольно! Товарищи краснофлотцы, приближается день Великой Пролетарской социалистической революции. Бойцы и командиры белорусской заставы имени товарища Сталина вызывают нас нести в этот день почетную сталинскую вахту. Заслужено ли нами это право, товарищ? Товарищ Бочкарев, примите донесение. Есть принять донесение. По местам стоять, с якоря сниматься. Пожалуй. Кара шайтан. Ух, я бы их. Ну что ты, дипломатии не понимает. Потроха побросали. 30 градусов лево руля. Есть 30 градусов лево руля. Зачем дальше не пошли? Нельзя. Наша зона кончилась. Старый знакомый. Играет боевую тревогу. Якши? Не совсем. Требую остановиться. остановить. Мы этого не видим. Есть. Отставить обед. Есть, отставить обед. Компот. Открою огонь. Пугаю. Товарищ старшина, вызвать команду. Есть вызвать команду. Вот тебе, Ваня, и японцы. Летят. Приветствую. Захождение. Победы! Что ж не разбудил? Спал крепко. Японские? Они самые. Спугались, порастерялись. Вон под самую зону приткнулись, с Курильской гряды. Частенько навещает? Круглые сутки торчат, им тут рукой подать. Пошли. Вот и дождались погодки. Да, лучше тынька не выдумать. Может, возьмем ружьишко да в Золотую? Пропуск тебе только на остров дам. Да шут им с пропуском. Подумаешь, грех побродить по тайге. Я не чужой, родился в этих местах. А, Роман Андреевич, рыбакам почтение. На уху хватит? Да. Ну, как вам отдыхается? Спасибо. Хорошо. Такая погода в октябре у нас редкость. Да. В июне надо было приехать. Теплее, пароходы чаще заходят. Да я ведь, собственно, в отпуску по болезни. Врачи советуют море, лес, охоту. Роман Андреевич, разрешил бы ты нам на денек бухту Золотую? Самая охотничья пора. Он совсем меня растравил. Не знай строгостей наших. Все без пропуска норовит. Без пропуска? Я пошутил. А Роман Андреевич в самом деле может подумать. Да вами не успеть. Послезавтра приходит Дальстрой. А это последний рейс в этом году. Последний? Да. Простите. Погоди, мамаш, помогу. Да куда ты с огнем? Керосин. Большой запас. Федя, ты куда? Спи, мать, спи. Я на башню. Как ключ? Какой ключ? Зачем тебе в сарай? Отец просил. Ты зачем встаешь? Спи. Не ходи за мной. Товарищ старший лейтенант, пожар на маяке. Не знаю, я прямо с маяка. А где ваш сын? Спит, должно быть. Спит. Варвара Степановна? Исок, давай! Товарищ старшина. Необходимо. необходимо арестовать Бурова. Бурова? Федора. Дома его нет? Проверьте, на месте лодка маяка. Есть! Обратно! Погибнет Ваня! Товарищ старший лейтенант, Федора Бурова на острове нет. Никаких вещей не нашел. Лодка маяка исчезла. На катер, задержать. Есть. Любезно говорить. Можно. Пожалуйста. Пить. Я вынужден убежать. Я не понимаю, зачем русский человек бежал? Вот это письмо я должен немедленно доставить в бухту Золотую. Пушкин. Очень хорошо. Я от организации. Чарцкисто. Прошу вас немедленно, сегодня же. Мне поможет доставить. Зачем спесить? У русских есть хорошие пословицы. Утро вечером умнее. Трое сынов у нас было. Петра и Ивана японцы убили. Вместе со мной партизанили. Думал, третий порадует. Откуда это, Роман Андреевич? Бывает, Филипп Филиппович. Бывает. В семье не без урода. Я вот вам одну историю расскажу. Дело было тоже на границе, только на западной. И было это давно. Тогда была война с поляками. И вот на эту войну отправляется старик, примерно вашего возраста, а с ним двое сыновей. Так они вместе и в бой ходили. Как наши. Да. А потом вышло так, что младший-то сын переметнулся к полякам. Тяжело это было для старика. Но ничего, пережил. И вот как-то раз пошли наши в атаку, рубают панов, и в это время попадается старику его сын-изменник. «Стой!» — говорит старик. Тот остановился. Подходит к ним отец и говорит: «Я тебя породил, я тебя и убью». И тут же собственной рукой. Правильный был старик. Шхуны в зоне! И там Объявить тревогу? Есть объявить тревогу. Отдать левой, отдать правой. Слева на борт. Есть слева на борту. Лечь на обратный курс. Есть лечь на обратный курс. Зачем назад? Погляди. Это но. Минисуйта. Асусо. И дату манок тазуккиро. Минисуйта! Профессор Уно, тихай его. Ваше решение, господин капитан. Сопротивляться? Сообщите нашу эсминицу. Нас уже заметила русский катер. Господин капитан, если меня обнаружат здесь, то я погиб. Спокойно. Я прошу вас, умоляю, господин капитан. Пожалуйста. Спокойно. Шифро мы зададим. Бухто Золотой. Да, но что же будет со мной? Как же я... Поздно. Шифро. Aquí, antes de coser. ¿Sí o no lo sé? Hay que ir a coiter. Возьмите с собой Почкарева и Охременко, досмотрите эту посудину и забуксируйте. Есть! Назад! Кто говорит по-русски? Машин работы нет. Пожалуйста, помогай. Хорошо. Вы нарушили территориальные воды Советского Союза. Вы арестованы. Предъявите судовые документы. Нарушила закону? Виновата нет. Вода матуру Ромаруса. Вы бедный рыбак. Ваше оружие. Я протестую. Бедный рыбак. Запишешь в акт. Мы проверу. Русский тировек. Русский? Товарищ Охременко, останьтесь здесь. Есть. Вы со мной. Пожалуйста. Товарищ Назаров! Проходите. Вы, конечно, очень удивлены, что я оказался вдруг среди этих. Волна прокинула лодку. Да-да. Вы знаете, товарищ Назаров, за последние годы у меня настолько развинтились нервы, что мне просто иногда нужна какая-то встряска, проветриться. Я, кажется, вам говорил относительно того, что доктора советовали. Что вам врачи советовали? Быть 25-го в бухте Золотой, передать сведения, зашифрованные вот здесь, и в октябрьские дни взорвать док? Товарищ Назаров. Здесь вам нет товарищей, сядьте. Ваши товарищи взяты в бухте Золотая 24-го. О чем вы говорите? Я вас не понимаю. Зато мы вас поняли. Довольно вилять. Вам, Бочкарёв и Охременко, оставаться здесь. Этих на берег не пускать. Я вернусь к 24-м. Есть. Товарищ Охременко, будете сторожить, чтоб ни один не сошел на берег. Есть, чтоб ни один не сошел на берег. Как самочувствие? Самочувствие хорошее. Добре. Одному берегу пить надо, кусать надо. Мы спиона нету, мы терперу беда, мы рыбаку, мы рабочие. Рабочие, понимаешь? Назад! Не устал? А? Молчишь. Не хочешь разговаривать. Товарищ Бочкарёв, вступайте поужинать и в 23 часа смените. Есть. Покатался на лодочке. За шпиона приняли. старший лейтенант, руль заклинило. Сети. Разрешите освободить. Давайте. Табаку. Пожалуйста. И немножко курицы. Хорошо. Я рувит русский. Русский хорошо. Русский коммунист. Я тоже коммунист. Назад! Руки вверх! Будьте любезны. Ваня, спокойно. Есть. Глуши мотор. Выходи. А ну, выходи. Руки вверх. Выходи. Быстренько. Будьте любезны. Пройдите. Где антенна? Назад! Матвеев, на минуточку. Есть на минуточку. Японский эсминец подходит к острову. Сообщите на маяк. Приготовиться. Есть. Внимание, слушайте. Говорит Москва, радиостанция РВ-1 имени Коминтерна. Через 30 минут начинаем трансляцию торжественного заседания, посвященного годовщине Великой Октябрьской сатирической революции. Торжественное заседание мы транслируем из государственного ордена Ленина Академического Большого театра Союза СССР. Нерпа, 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 я Соболь. Нерпа, нерпа, я Соболь. Чекист не отвечает. Не отвечает? Да. Передай в отряд и штаб укрепрайона флота. Японский эсминец типа Камикадзе подходит к острову. Есть. Алёша, если что, заменишь. Есть. Японцы! Что? Японцы? Спокойно. Я сам. Товарищ старшина, начнем? Не пускать же их на берег? Спокойно, Алёша, спокойно. Тактики не понимаешь. Допустим, мы открываем огонь. Шлюпы поворачивают обратно, эсминец начинает бомбить, а так они по своим стрелять не будут. Понятная география. хитро задумано. А ну, по шлюпу. Так. Теперь можно и поговорить. Так держать. Есть. Мы очень счастливы приветствовать доблестных красных пограничников. Очень тронуты. Чтобы приветствовать, нет нужды нарушать границу. Мы очень извиняемся. Вы нарушили границу. От имени Союза Советских Социалистических Республик я предлагаю, немедленно оставьте остров. Я требую немедленно освободить шхуну! Я предупреждаю, ни один не уйдет с этого берега живым, если вы сейчас же, сию же минуту, не покинете остров. Мы уничтожим вас! Лицом вниз, руки назад. Стреляйте! через 10 минут начинаем трансляцию торжественного заседания, посвященного годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Торжественное заседание мы транслируем из Государственного ордена Ленина Академического Большого театра Союза СССР. Десант противника! На залпе! Залп! Левый набор! Раненый? Товарищ Сигнальщик, отведите вниз. Есть. Торжественные заседания, посвященные Великой Октябрьской социалистической революции, объявляю открытым. Москва. Сталин. Субтитры создавал DimaTorzok